хочу сказать несколько слов. Ben size şimdi başvuruyorum. Önümüzdeki günleri Cumhurbaşkanı seçimi olacak. Едва ли не самые крылатые фразы недели были произнесены не на русском языке. Владимир Жириновский обратился к избирателям на татарском. Новость звучала так, и страна, увы, так и не увидела разницы между татарским и турецким языками, на котором и говорил лидер ЛДПР. Так или иначе, то был реверанс, но татарский народ, получивший за долгие годы от политика немало проникающих ранений в область сердца, вряд ли оценил эти несколько капель тюркского бальзама для души. Впрочем, радует хотя бы та мелочь, что политики еще способны говорить с народом, а не только меж собой.